Добрый день, здравствуйте. Сегодня приготовим хлеб без муки и без сахара. Для этого нам понадобятся отруби, геркулес, то есть овсяные хлопья, кефир, яйца, разрыхлитель, ванилин, заменитель сахара и у меня в данный момент абрикосы замороженные, можно использовать сушеные. Как видите, вот здесь геркулес и отруби пшеничные, вы их увидели. Я использовала такие. А теперь достаю свои из замороженных абрикос косточки и нарезаю их произвольно. Корочку не снимаем, корочку оставляем. Оно добавит нашему хлебушку немножко сладости и кислинку, чтобы было вкусно. Высыпаем в миску геркулес, отруби, разбиваем 2 яйца, белки и желтки вместе. Добавляем кефир или же мацони, что у вас есть. Добавим щепотку соли и все хорошенечко перемешаем. Добавляю ванилин, 1 пакетик заменителя сахара. Можете заменить его медом, чайную ложку достаточно. И все перемешиваем. Как видите, у нас получилось вот такое жидкое тесто. Оставляем его минут на 5-10. По истечению этого времени высыпаем сюда разрыхлитель, 1 чайную ложку. Не добавляйте чайную соду ни в каком виде, ни разведенную кипятком или там лимонной кислотой, уксусом. Все равно этот вкус чайной соды будет чувствоваться. Лучше возьмите разрыхлитель. Хорошенечко теперь перемешаем и приготовим противень. Противень обязательно должны застелить бумагой или же силиконовым ковриком, чтобы оно не приставало к вашей противне, потому что здесь нет масла и есть привычка у этого теста приставать к противне. Смазывать бумагу ничем не нужно. Берем ложку и выкладываем произвольной формы вот такие наши хлебушки. А духовку включите заранее, чтобы она подогрелась на 180 градусов. Сверху я посыпала еще кунжутиком. Теперь возьму ножик и сделаю такие вот надрезы неглубокие вдоль и поперек, чтобы во время выпечки пропеклась середина. Пекла я 22 минуты, значит 180 градусов, 22 минуты. Вы смотрите по своей духовке, это может быть 20 минут, это может быть 25 минут. Хлебушек получился вот такой. На каждый прием у вас уйдет один хлебушек, на завтрак один. И если вы проголодаетесь днем, можете использовать еще один, но не больше. Всему есть своя мера. Вот смотрите, какой он сейчас мягенький. Завтра он будет не такой. Он будет чуть другой, но еще вкуснее. А теперь я пожелаю вам успехов. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео и подпишитесь, если кто не подписался. А пока, пока-пока. Желаю всем удачи, счастья и благополучия. Мира над головой.